Вот уже 20 лет я храню секрет. За это время люди многое говорили о моих сыновьях и об их злодеяниях, но я молчал. Вот и сейчас я не стану говорить, что я делал в тот день, или о том, что чувствовал, когда сжигал две книги перемещения, в которых были заперты мои сыновья. До сих пор некоторые верят, что дети мои погибли в огне, но правда в том, что они уцелели. Друг мой, я прошу тебя прибыть в Таману. Я должен кое-что рассказать тебе о моих сыновьях. Ты единственный, кому я могу открыться. Я помню, вам и раньше доводилось приезжать к нам. И это место вам очень нравилось. Как ты помнишь, 20 лет назад мои сыновья Сирус и Ахинар, разрушив многие написанные мной миры, оказались в ловушке. Мне нужно выяснить, достоин ли хотя бы один из братьев освобождения. И это дело мы можем доверить только тебе. Приглядишь за Ешей, хорошо? Совсем то, что вы ожидали, да, путник? Вы здесь, потому что желаете найти ответ на свой вопрос. Не бойтесь. Мы с сестрами знали, что ты придешь. Ты ищешь Ешу. Ты ведь не успокоишься, пока не найдешь ее. Боюсь, она может быть в опасности. Я еще не была хранительницей, когда братья жили здесь, но я слышала, что их очень интересовала палата памяти и наши похоронные обряды. Словно они боялись смерти. Не думаю, что могу сотворить целый мир. Ты не строишь мир, моя птичка. Ты строишь дорогу туда. Ты не хотел учить язык Дании. Тогда я был довольно глуп. Я охотник, а ты жертва! Давно уже меня так не радовала работа с моим безумным братцем. Отец, нет книги, чтобы попасть домой. Я ради тебя в это кресло ни за что не сяду. Я вне игры. Человек, которого вы называете Ешей, еще находится в нашем мире. Чужой. Чтобы задержаться в мире снов, он использует воспоминания Еши. Она не может пробудиться, пока он держится за ее воспоминания. Друг мой, вы совершенно необыкновенный путешественник.